Всем доброго времени, господа. Вот я обрыбился, поймал рыбу. Сезон открыт. И это у нас плотвичка. Даже сам офигел. Блин, даже не сфотал. Вода поднялась, и рыбка, наверное, все-таки начинает заходить. Значит, все-таки сезон, можно сказать, открывается. Прошел там по той речке, оторвал чебурашку 0,5 грамма. Прошел, побросал, ничего. Надеюсь, этот рыб не будет последним. А то что-то даже не сфотографировал. Дальше все как обычно, да? Мормышки нету. Ладно, перевязываемся. Сейчас поставлю светленькую. О, кто-то клевать пытается. Эх ты. Там была поклевочка еще одна. Поставил мормышечку вольфрамовую. Ну, что-то светленькое, что-то не это. Может, опять сейчас темную поставлю. Не хочет. Ладно, идем дальше. Поставил темненькую мормышечку опять. Мотыля от Беркли. Ну что-то тишина. Рыбак какой-то вроде шарахался. Пойду дальше туда. Тут нам плотвичка какая-то выскочила. Дурная. Видно, только-только рыбка начинает заходить. Сейчас пойду там на слиянии попробую. Если выше сюда зашла, значит там внизу-то должна какая-то крутиться. Она рыбка одна, поклевка была и все. Уже радует, уже не зря пришел. Я знаю, почему я сегодня рыбу поймал. Потому что Айка шапка одел. Смотрите. Один мелкоокунь.
который обычно здесь первый начинает шарахаться. О-хо-хо. Че, зацеп? А, не отцепился. Испугался уже. Вдруг рыба клюнула. Ладно. Пойду туда на слияние. Так, ну здесь только мормышки отрывать. Попробуем. Чё ж теперь? Поплёвочка. Кто-то пытался клюнуть. Подразним. Кто-то пытался клюнуть. Осторожненько так. Поклевочка. Ух ты! Так, сейчас поставим опарыша. Если кто-то начал тут шевелиться. Больно осторожные какие-то. Холодная вода, еще холодная. Ну, ну. Так, ну мы сейчас вот сделаем мотыля поменьше. Какую рыбу поймал. О, коряги всегда клюют. Все, нету мормышечки. Привязываемся. Опа! Опа! Хе-хе-хе-хе-хе. Рыба! Ну это надо сфотографировать, потому что народ не поверит. Поставил вольфрамовую мормышечку. Два опарыша. Рыбу поймал. У нас ельчишка. Вот такой карапузик. Плотвичка, ельчишка зашел. Так, надо туда сходить.
какая-то рыбка сыграла сейчас. Ельчишки, наверное. Ну, сейчас мормышки полетят, как перелетные птицы. Ага. Чем и говорил. Все, нету мормышки. Так. Сейчас что-нибудь попроще поставим. Что, может, на окуня замахнуться? Поставить что-нибудь такое, раз такое. Сейчас поставлю. Какой-нибудь супер-пупер червячка. Так, попробую целиком. Хрен его знает. Если нету, потом оторву кусочек. Вот такой, от маракю. А вдруг окунь? Точки клюют. Поставил личинку от Лури Макса. Ну то, что тут тишина. Рано все-таки еще. Только-только рыбка начинает оживать. Пришел снова на то место, где начинал рыбалку. Нигде начинал, в серединке здесь. Поставил бананчик беленький, два опарыша. Буду пробовать чего-нибудь вымучить. Да, не ходит рыбка еще. Видно, только начала заходить в ручей. Хотя поверху там пару раз кто-то шастал. Стоит вся, если которая зашла вся около дна. Ну, наверное, пока сюда дело по снастям. Сегодня взял Фарио Морм ТНТ до 2 грамм, который катушка Шимано Сара Биби 2000-ная. Лесочка стоит. Троутис Даркнест санлайновская 0,5, ну, по-нашему 0,117. Ну, какие мормышки, какие насадки видели. Сработал сегодня только зомби-опарыш. Одна плотвичка, один ельчик. Ну и пару поклевок каких-то. Больше не хочет никто. Ну, одно радует, что рыбка уже начинает маленько оживать, начинает маленько заходить. Но вся стоит около дна. Сейчас еще в одно местечко там пойду покидаю. На течение. И пойду домой. День прожит не зря. Две рыбы поймал.
жизнь удалась. Дальше будет проще. Что, попробую здесь еще покидать. Может, здесь какой рыб живет? Да домой пора. Клейки даже нету еще. Ни уклейки, ни окуня, ни щуков. Ни пескарей. Где-то рыб еще прячется. Закиданем. Ельчику бы само стоять тут сейчас. Летом бы уже в таких местах десятка два поймал. Еще пока не хочет. Сейчас еще выше там немножко покидаю. На силикон еще не хочет клевать. Только вот зомби-опарыш, что оставался. На него что-то еще пытается. Ладно, все, закругляться, наверное, буду. День удался. Всем пока.